Из-за сильного ветра с четырехэтажного дома во Владивостоке снесло крышу. Кусок кровли рухнул на 8 припаркованных автомобилей. Этот инцидент произошел в районе Игершельда на улице Авраменко, 15А, 6 часов утра. Жильцов четырехэтажки будет сильный грохот за окном. Его создает, как окажется впоследствии, кусок кровли, рухнувший из-за сильного порывистого ветра на припаркованные автомобили. Многие владельцы пострадавших машин во время происшествия отсутствовали дома, а случившемся узнают спустя 3 часа. Я находился на учебе, и мне благодаря жительнице, которая проживает по этому дому, она позвонила по телефону, ну и предупредила меня об этом. Вот. То есть она вам рассказала, что у вас... Да, то, что упала крыша на мой автомобиль, я пришел и, конечно, был в шоке, но в котором до сих пор нахожусь. Молодой человек признается, что уже выставил автомобиль на продажу, а сейчас машине нужен ремонт, который займет время и вылетит в копеечку. По словам очевидцев, в итоге пострадало 8 автомобилей. Владельцы машин, которые получили незначительные повреждения, не задерживаются на месте происшествия и убирают свои транспортные средства с придомовой территории. Производился полностью капитальный ремонт этого дома, и была полностью заменена крыша. Ну и вот прошло меньше полгода, и весь ремонт мы можем увидеть на проезжей части, на машинах, где он оказался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и представители городской администрации.